Новые правила ворвались в нашу жизнь несколько месяцев назад. Защитные маски, перчатки, самоизоляция и пропускной режим. Сегодня этим не удивишь никого и даже уже не напугаешь. Привыкшие к пандемии горожане все реже следуют рекомендациям медиков, по сути, наплевав на угрозу коронавируса. Вот уж где точно не слышали ни о дистанции, ни о масках, так это в нашем общественном транспорте. Ну, как вы себя ведете в транспорте, в салоне транспорта? Спокойно. Никому не пристаю. Вы дистанцируетесь от людей? Стараюсь. Ну а как вы ее соблюдете, если тут набит народ? Как можно соблюсти? И дышать нет. Форточки бы хоть открывались, да вот эти верхушки. Или кондиционер устанавливать. Да, здесь невозможно. Почаще бы ездили только автобусы, да и все. Почти вы имеете в виду? Да, конечно. Маршрутка набитая, тоже не сядешь путем. А в транспорте не боитесь ехать? Нет, не боюсь, я ничего не боюсь. Уже 85-й год, мне уже ничего не страшно. Некоторые полностью просто наплевали на это и ведут себя, как будто ничего нет. Всегда доносите? Ну, в общественных местах, в магазине, да, всегда. Потому что в резиновых сейчас невозможно находиться, сразу руки потеют. Поэтому ткань одеваем. Стараемся как-то обезопасить себя. Вас показывают эти ваши маски? Нас? Да. Да, я просто забыл ее одеть. Общественный транспорт в Саратове, несмотря на снятие различных ограничений, продолжает работать в сокращенном режиме. Количество единиц транспорта на линиях уменьшено, что не позволяет соблюдать дистанцию в салонах автобусов и маршруток. Более того, с недавних пор в троллейбусе и трамвае людей стали впускать и выпускать через переднюю дверь, что создает дополнительно искусственную толпу. Ответственные же лица за соблюдение и контроль этих мер эту самую ответственность перекладывают на пассажиров. Контроль осуществляется только в рамках поступающих обращений граждан. Если гражданин видит, что нарушены меры профилактики коронавирусной инфекции, он может подать письменное обращение в Роспотребнадзор, и уже будет рассмотрено, возможно, в рамках внеплановой проверки по согласованию с органом прокуратуры. Маску одеваем. Маски есть у вас, а то у вас есть бесплатные маски. Вот так вот, хорошо, хорошо. Свернули. Вот здесь надрез. Делать нечего. А у нас торговых центров может стоять такой импровизированный стол, где можно подойти, обработать руки и самостоятельно изготовить себе маску. Новым правилам вынужден жить и бизнес. Коронакризис пережили не все. Те, кто остался, должен приспосабливаться к работе в условиях продолжающейся эпидемии. При этом предприниматели, как и обычные граждане, ведут себя по-разному. Гости очень соскучились. Очень многие ходили еще до того, как мы открывались, спрашивали, когда мы уже откроемся. Соблюдаем дистанцию 1.5 метра. Все столы расставлены таким образом, чтобы дистанция сохранялась. Гостей рассаживаем по 2 человека. Столики, которые у нас не проходят по нормам, мы их обклеили лентой, дабы туда не садились наши гости. Ну а теперь можно спокойно выпить чашечку кофе и съесть пирожное, потому что посуду здесь моют специальными средствами, а официанты работают в перчатках. Но так бывает не везде.
Кент, которая ходила всю жизнь в лаптях, и тут ее заставляют ходить на высоком каблуке. Пройдет небольшое количество времени, ее ноги устанут, и она опять оденет лапти. То есть это тот же механизм срабатывает психологически у нас. Сказывается раздражение от непривычного образа жизни. Ограничение общения, новых трудностей в ведении дела и бизнеса, ну и усталости от перенасыщения информации. Кстати, не только по коронавирусу. Тут, наверное, вопросы просветительства именно в сфере медицины, они очень нам важны. Тогда будет меньше возникать вопросов. Но для этого нужна персональная работа. Сейчас мы же с вами видим, что медицинские работники отвлечены на спасение заболевших, и все меньше и меньше уделяется просветительской работе, вот именно индивидуальной просветительской работе среди населения, то, чему раньше уделялось большое внимание. Фитнес-клубы возобновили работу совсем недавно. Несколько месяцев простоя, даром для индустрии не прошли. А вот так теперь выглядит наш зал групповых программ. В каждой локации клуба установлены индивидуальные санитайзеры, где клиенты могут обработать руки, а также, например, коврики и оборудование. Нанесена на полу разметка в соответствии с требованиями. Как показала статистика первой недели, места хватает всем, несмотря на то, что введена запись на все групповые программы. Также в тренажерном зале установлена новая система вентиляции. А закрытие клуба пришлось на пик продаж, на вообще сезон работы фитнеса. А открытие клуба пришлось наоборот, на самый, получается, нерабочий, грубо говоря, сезон. И поэтому сейчас клуб вообще несет колоссальные убытки. Ну, в экономике это называется синхронизированный шок. И нам очень сложно это переживать, потому что мы все время ведем аналитику. Если сравнивать с июлем прошлого года, то есть сейчас посещаемость на уровне 50%, если сравнивать интервал к интервалу. Поэтому июль и так был плохой, сейчас у нас еще 50% посещаемость. Но вот спасает нас, единственное, что спасает, это, конечно, та подушка безопасности, которую мы копили на инвестиции. Но, тем не менее, вынуждены были ужаться, чтобы каким-то образом вот это тяжелое время пережить. То состояние психологическое, которое было у людей последние 3 месяца, оно все равно заставляет их, как же это лучше назвать, меньше рисковать. Они хотят прийти, но они пока боятся. Боятся не нас, а вообще боятся той обстановки, которая вокруг. Конечно, мы занимались подготовкой нашего персонала. И персонал наш не был отправлен на улицу. Мы не только поддерживали с ними связь, но они проходили достаточно большое количество обучающих программ и семинаров. И мы как бы... Наша гордость в том, что мы вышли во всеоружие. Не только с обновленным клубом, но и с обновленными знаниями. Такие идиллические картины скорее исключение. В подавляющем большинстве случаев действия ограничительных мер лишь декларируются. Отчасти это происходит не от хорошей жизни. Новые правила породили и дополнительные расходы. Нести их готовы не все. Многие традиционно надеются на русский авось. Вот и стандартная картина. Простая парикмахерская. Мастера без масок и перчаток. Очередь из ожидающих в коридоре. Мы намеренно не будем показывать адрес заведения, чтобы нас не обвинили в антирекламе. Зашли в самую обычную, что располагалось по пути, и увидели картину из прошлого, еще до начала пандемии. В жаркую погоду самое популярное место отдыха – пляжи. Их работу тоже разрешили недавно, но и здесь есть ограничения от Роспотребнадзора. Ну, что касается дополнительных мер, которые должны приниматься на пляжах, это расстановка пляжного оборудования, а также с принципами дистанцирования не менее 1,5 метров, и обязательно обработка контактных поверхностей, тоже с определенной кратностью в зависимости от того, что это за поверхность и какой это объект. Самая комичная ситуация получилась с пляжем «Городские пески» в Саратове. Мэрия на прошлой неделе отрапортовала о начале купального сезона, а уже на этой стало известно, что разрешение на это Роспотребнадзор не давал. Чиновники были вынуждены извиняться перед горожанами. При такой постановке дела стоит ли удивляться, что в регионе люди повально игнорируют новые правила жизни и, не задумываясь, рискуют собственным здоровьем и здоровьем окружающих.